Нет ничего лучше мороженого, правда, друзья? О, нет! Помогите! Таинственный воришка уезжает с нашим мороженым! Не переживайте, малыши, полиция уже взялась за дело. Супергрузовик, следи за своей газировкой. В округе завелся воришка. Эй, верни газировку, воришка. Может быть, ты сможешь помочь Эльзе и Матильде поймать его? Вот это да! Это больше не супергрузовик! Ты теперь супергрузовик-паук! Эльза, Матильда, не волнуйтесь, помощь уже едет к вам! О, кажется, он совсем близко! Вот это да! Это просто потрясающе! Игра окончена, воришка! Супергрузовик-паук тебя поймал! Не может быть! Воришка, это Крокомобиль! Все верно! Супергрузовик! Преподай негодяю Крокомобилю урок! О, нет! Яйца бомбы! Супергрузовик-паук, берегись! Осторожно, супергрузовик-паук! Супергрузовик-паук, ты где? Эльза, Матильда, берегитесь! Крокомобиль хочет бросить яйцо-бомбу, чтобы удрать! О, нет! Куда он уехал? Погоди-ка, а это что? Невероятно! Ты можешь ездить по стенам? Что ты задумал, злодей Крока? Девчонки, осторожно! Это плохо, очень плохо! Супергрузовик, тебе нужно их спасти! Не волнуйтесь, супергрузовик вас спасет. Паутина не может справиться с огнем. Тебе нужно придумать что-то другое. Только одно может победить огонь. Вода! Отличная идея, супергрузовик-паук. О, нет, огонь слишком сильный. Тебе нужен запасной план, супергрузовик-паук. Стой! Что это? Я не могу поверить! Супер-малыши приехали на помощь! Давайте! Почти получилось, мстители! Ура! Огонь, наконец, потушен! А теперь давайте поймаем этого воришку Крока! Верно, супергрузовик-паук? Опять? Это нечестно, Крокомобиль! Тебе воздастся по заслугам, вот увидишь. Паутина! Это же супергрузовик-паук! Тебе некуда бежать, воришка! Крокомобиль, ты это слышишь? Это полиция! Она уже едет за тобой! Отличный бросок, супергрузовик-паук! Превосходная работа, супергрузовик! А теперь Эльза и Матильда сделают все остальное. Эй, малыши, супергрузовик поймал воришку. Но он бы не справился с заданием, если бы не вы. Уверен, он вас отблагодарит. Маленький подарок от вашего соседа, супергрузовика. Нет ничего лучше мороженого. Да, малыши? О, нет! На помощь! Таинственный вор убегает с украденным мороженым. Не волнуйтесь, малыши, полиция уже в пути. Супертрак, приглядывай за газировкой. Где-то рядом вор. Стой, верни газировку супертраку, грязный вор. Может, поможешь Эльзе и Матильде, супертрак? Ого! Да ты теперь не супертрак! Ты грузовик-паук! Эльза, Матильда,
Не волнуйтесь, помощь уже в пути. О, кажется, он уже здесь. Ух ты! Грузовик-паук такой классный! Берегись, вор! Грузовик-паук у тебя на хвосте! Да ладно! Так вором на самом деле был доктор Зиг? Верно, Грузовик-паук! Пора преподать доктору Зигу урок! О, нет! Он стреляет из пушек! Берегись, Грузовик-паук! Будь осторожнее! Эльза, Матильда, будьте осторожнее! Доктор Зиг стреляет из пушки! О, нет! Грузовик-паук, где же ты? Минуточку, что происходит? Невероятно! Ты можешь ездить по стенам! Что ты задумал, гадкий доктор Зиг? О, нет! Берегитесь! Плохо дело! Это просто ужас! Грузовик-паук, ты должен их спасти! Не бойтесь! Супер-трак вас выручит! Паутина сгорает в огне! Надо придумать что-то еще! Нет средства от огня лучше, чем вода! Отличная идея, Грузовик-паук! О, нет! Огонь слишком сильный! Тебе нужна помощь, Грузовик-паук! Стой! А это что? Вот это да! Супер-малыши пришли на помощь! Ну же! У вас почти получилось, герои! Ура! Вы смогли потушить огонь! Что ж, пора поймать воришку Зига. Да, Грузовик-паук? Да ну, опять? Так же нельзя, доктор Зиг. Ты получишь по заслугам, вот увидишь. Паутина? Минуточку. Это значит, Грузовик-паук где-то рядом. Теперь ты не уйдешь, жалкий вор. Доктор Зиг, ты же слышишь? Это полицейские сирены. Ну, держись, доктор Зиг. Ха-ха, молодец, Грузовик-паук. Прекрасно сработано. Теперь им займутся Эльза и Матильда. Эй, малыши! Грузовик-паук поймал вора. Но без вашей помощи он бы не обошелся. Он хочет вас отблагодарить. Вот подарок от вашего дружелюбного соседа Грузовика-паука. Ух ты, Джерри, это ты? Выглядишь просто невероятно. Тебя здорово украсили к китайскому Новому году. Ты будешь первой машиной парада. Парад начинается. Занимай свое место. Удачи тебе. Не едь так быстро, никто за тобой не успевает. Что случилось, Джерри? У тебя проблемы с двигателем? Берегись, Билли! У Джерри проблема с двигателем! О, нет! Я позову супергрузовика! Карл, помоги! Ты нам нужен! Джерри назначен ведущей машиной в параде, и он сломался! Все участвующие в параде не могут сдвинуться с места! Выручишь? Ага. Замечательно! В путь! Не смотри так недовольно, Билли. Супергрузовик приехал на помощь. Придется немного потерпеть.
Ох, никто уже не может больше ждать. Только послушай, как они гудят. В кого ты трансформируешься, супергрузовик? Балинда, на, Эльоту. Супер-автовоз! Ты собираешься забрать Джерри с парада, супер-грузовик? Здорово! Джерри теперь на платформе! И теперь он такой же большой, как настоящий дракон! Давайте продолжим наш парад, друзья! Ой-ой, что такое, Джерри? Ты видишь что-то впереди и на дороге? Что это, супергрузовик? Упавший фонарный столб? О нет, это совсем нехорошо. Берегись! Фух, чуть не наехал. Что ты будешь делать, супергрузовик? Посмотри назад! Они приближаются! Это может быть очень опасно! Хорошая идея! Постарайся столкнуть его с дороги! Он очень тяжелый! А у тебя нет нужного приспособления на бампере, чтобы отодвинуть его! Что будем делать? Все эти машины не успеют вовремя затормозить! Думай, думай, супергрузовик! Ну, конечно! СТ-3000! Чем ты воспользуешься, чтобы убрать столб с дороги? Скорее, супергрузовик! О, нет! Послушай, как они сигналят! Почему это Билли такой недовольный сегодня? Ты прав, просто Билли любит, чтобы все проходило гладко. Ура! У тебя получилось, супергрузовик! И как раз вовремя! Давай, дракон! Не останавливай парад! И мы снова вернулись к месту старта! Какой превосходный парад! Гляди, супергрузовик Билли наконец-то улыбается! Спасибо, что спас этот день, супергрузовик! Давайте все вместе поблагодарим супергрузовика! Хорошо, что твой гудок не сломался, Джерри! Счастливого китайского Нового года, друзья! До новых встреч! Эдна сажает новые деревья в нашем прекрасном парке. Отличная работа, Эдна! Здорово! Бен хотел научить детей тому, как сажать растения. К сожалению, малышам больше нравится играть, чем слушать лекции Бена. Кто-то должен навести порядок в этом классе. Хаос. Супергрузовик, пожалуйста, сделай что-нибудь.
Теперь, когда мы привлекли ваше внимание, малыши, у Бена есть кое-что интересное для вас. Бен хочет показать вам, как растут цветы. У него есть семечко, и он собирается посадить ее в этот горшок, чтобы вы могли понаблюдать, как это происходит. Смотрите! О, нет, семечко не прорастает. Жалко. Бен говорит, что растениям нужна не только вода, но и солнечный свет. Но мы ведь в классной комнате, здесь нет солнечного света. Просто потолочный светильник. Оу, у тебя есть идея? Ага. Ты можешь генерировать тепло и свет с помощью своего суперреактора? Семечко? Семечко растет! Да! Молодец, супергрузовик! Наш красивый цветок полностью вырос! Я смотрю, вы выкопали лунку сегодня утром, друзья, чтобы посадить здесь наш новый цветок? Потрясающе! Это был отличный урок, друзья. До встречи! Вау, здорово! Присматриваешь за малышкой, Карл? О, кажется, что-то случилось. Ага. Ага. Похоже, у Массима неприятности в автомастерской. О, нет, осторожно! Нужно что-то сделать. Не волнуйся, Массимо, супергрузовик здесь, чтобы помочь тебе. Прекрасно. Поднять шину сложно. Супергрузовик, может тебе трансформироваться? Бульдозер! Потрясающе! Отлично! Ага.
Эй, Карл, кажется, ты пропустил одну шину. Ага. О, нет. О. Сделай же что-нибудь. Кран-захват? Супер! Попробуй еще раз. Ага. Здорово! Ой-ой! Красный, синий, желтый! Похоже, у Массимо появились новые шины. Что вы думаете о них, малыши? Ух ты, супер грузовик, у тебя розовая и зеленая резина. Отлично выглядишь.